Северсталь, Адмирал, Крылья Советов и Красная Машина – солидный список участников Кубка Третьяка. Всего в Республику Коми приехало 12 сильнейших российских команд. Мальчишки из Алтайского края, из поселка Новые Зори тоже здесь. Скейфы выиграли Кубок Сибирского федерального округа и попали в топ сильнейших. Для всех это большое такое удивление, что с Алтайского края 13-й год участвует в турнире Третьяка. Это достаточно именитый турнир. Алтайский край участвует впервые. Ну и, наверное, у нас есть надежда, что мы выходим в финал. И в финале будем защищать свой родной Алтайский край. 12 команд лучших в своем округе поделили на две группы. Наши скифы уже отлично себя показали. В минувшие выходные обыграли Северсталь с внушительным преимуществом 7-4. Еще больше шайб мальчишки забросили Адмиралу. Счет 13-2 в пользу скифов. Обыграли и Казанскую волну 3-2. Эмоции после финальной сирены бесценны. Это победа скифов со счетом, только с каким счетом? Там шайба угодила, по-моему, в ворота. Но, тем не менее, как бы там ни было, скифы одерживают победу и выходит на чистое первое место в турнирной таблице под группы Б. У нас все получилось, над чем мы работали на тренировках, особенно большинство 5-4, плюс игра в давление. Ну и совершенно очень понравилась эта работа вратарей. Мы ничем не хуже, чем команды центрального округа либо там Москвы. По итогу трех игр скифы уверенно расположились на первой строчке в турнирной таблице. Чтобы попасть в золотой финал, нужно также уверенно выиграть оставшиеся две игры. Кстати, прямо сейчас скифы ведут борьбу на льду с Пармой из Сосногорска. Как завершилась встреча, расскажем в следующих выпусках новостей. Дмитрий Дроздов, День с толком.